Всем привет, друзья, с вами Лучший Китай ВК. Сегодня у нас вот такая вот посылочка, не маленькая, не большая. Значит, дошла она за 25 дней, оценили $5, 200 грамм, написано адаптер. На самом деле, здесь находятся отвертки. Отвертки заказывал себе, так как очень часто я сталкиваюсь с электроникой, и мне нужны были отвертки. Отвертки для телефонов. Больше у нас нет ничего. Здесь замотано в клееночку. Это такой, собственно, кейс. Можно брать на подарок, можно вот сюда вот вешать вот так вот. То есть в хозяйстве пригодится. Нужна очень вещь. И стоит тоже сущие копейки. Так что задумайтесь, если кто сталкивается, если что-то нужно разобрать, подкрутить. Хорошая вещь. Сейчас подробно покажу. Так, здесь мы видим фирма, какой-то бренд. Все на китайском. Довольно нелегкая такая коробочка, прорезиненная. Материал довольно хороший. И вот так вот она открывается. Интересно, да? Что значит у нас здесь есть? Это, конечно же, набор бит разных отверточек. Значит, здесь вот маркировка. Видите, да? Диаметр. Сама отвертка. Берете, допустим, вот эту биту. Вставляете ее вот сюда. И все, крутите. Вот так вот. Здесь можно подкрутить. Если вас не устраивает, как оно сидит. На каждой отвертке видите, это фирма. Кайси какая-то. Вот. Так, ну думаю, с этой отверткой все у нас понятно. Как-то наклоняется оно вот здесь. Ладно, то потом разберусь, не хочу поломать. Еще какая-то штука вот есть. Что это, конечно, я не знаю, но тоже какая-то нужная штука. Так, что я еще хотел сказать? А, как по качеству? Ага, вот оно как. Вот так оно достается. В первые месяца не слижется. Качество довольно хорошее. Мне кажется, закаленный материал. Потому что я не думаю, что производители делали бы какое-то, извините за выражение, г. Так, дальше. Здесь мы видим, собственно, липучку. Липучка, я так понял, это для того, чтобы наклеить на дисплей и резко его тернуть, чтобы он отстал. Отстал, если вы меняете, допустим, стекло с тачем, да? Вот, здесь мы видим скрепочка для айфона. Ну, в принципе, мне она не нужна, мне хватает, но как бы есть. А если есть, и за это спасибо. Здесь, значит, у нас идут медиаторы. Один поменьше, другой побольше. Для того, чтобы открепить аккуратно телефон, не сломая его. То есть открыть именно по бокам. Допустим, сейчас я покажу. Вы здесь открутили, да? И не можете аккуратно снять крышку какую-то. Берете, поддеваете вот так вот. Ведете. И открываете. Вот. Значит, это понятно. Дальше. Это я не знаю, что такое. Без понятия. Резиновая какая-то штука. Это, я так понимаю, пинцет. Всегда нужная вещь.
Ну и, собственно, классные вот такие вот отверточки. Класс. Я доволен комплектацией. Материал хороший. Здесь опять же тоже крутится. Ну супер, друзья, я очень рад. Все так оригинально сделано, все красиво, все продумано. Кейс такой отличный. На подарок вообще зачет. Здесь все двигается. Все подписано. Все красиво, аккуратно. Такой вот хороший наборчик, друзья. Заказывайте, ссылочка будет, как всегда, в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока, всем удачи!